28 июля в шоуруме Высшей школы журналистики Казанского федерального университета состоялась лекция мастеров телефонной дипломатии Вована и Лексуса на тему «Феномен пранк журналистики. Секреты международных переговоров». Спикеры рассказали слушателям об истории возникновения новоявленного журналистского жанра, процессах развития новых медиа, способах и методах подготовки к мобильным розыгрышам, а также ответили на все интересующие зрителей вопросы. Методы работы журналистов, они точно такие же, как и у обыкновенных журналистов. Это сбор информации, аналитика, это все-таки изучение портрета своего собеседника, ну и в дальнейшем уже сам разговор. То есть те же самые методы, тут единственное, что присутствует социальная инженерия, и для того, чтобы своего собеседника склонить к общению с собой, нужно проделать определенную работу, определенные навыки убеждения, коммуникации здесь, конечно же, очень важно. Феномен пранк-журналистики обосновывается необходимостью новых форматов поиска сведений в условиях информационной войны. По словам Вована и Лексуса, они считают себя создателями этого нового журналистского жанра. То, что делает российский комедийный дуэт, это скорее не классический пранк, а вещи порой более серьезные и общественно значимые. С помощью этого мужчины получают информацию, которая достаточно закрыта, и напрямую ее добыть просто нельзя. На счету пранкеров десятки розыгрышей телефонных звонков ряду известных личностей, среди которых украинские чиновники, звезды российской эстрады, а также зарубежные политики и широко известные голливудские любимчики. Достаточно специфическая деятельность, это не журналистика в классическом смысле, и мы не хотим как-то делать из нее какую-то отдельную дисциплину, чтобы его, значит, как-то перечеркивать все, что было создано там столетиями, да, вот, ради, в принципе, такой, ну, специфической формы, некого симбиоза там, и с одной стороны, такого развлечения, а с другой стороны, ну да, отчасти каких-то методов, которые используют именно журналистика. Лекция в Казанском федеральном университете открывает проект для студентов и сотрудников университета «Открытое общество». В течение года в ВУЗе с лекциями выступят видные российские государственные деятели, дипломаты, ученые, топ-менеджеры крупных корпораций, телеведущие и журналисты. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Андрей Багаудинов, Универньюз.